21 апреля. Это день рождения Рима. Еще совсем молодой, 2777 лет. Конечно, по официальной версии. Праздник настолько важный, что он по-итальянски называется не день рождения, не день города, а Наталья ди Рома, Рождество Рима. В этот день я побывал на ежегодной исторической реконструкции. И именно в этом коротком видео я расскажу про культ богини Палис. Палис – супердревняя римская богиня скотоводства, которая почиталась по всей Италии еще задолго до основания Рима. Одним из мест культа Палис был Палатинский холм, названный в честь нее. Через множество веков Октавиан Август, который родился на Палатине, решил построить на нем дом для своей семьи – палаций. Таким образом, Палис дала имя дворцам на множестве языков мира – русские палаты, итальянские палаццо, английские palace. Праздник в честь нее, 21 апреля, считался и днем рождения города. А вот и историческая реконструкция жертвоприношения в честь нее. В жертву Палис приносили испеченные из проса пирожки, корзинку проса, как любимого богини злака, и молочные яства. О, Палис, perdona se con le sporche zampe delle greggi ho sporcato le acque delle nubi e se per cercare nutrimento ho calpestato il suolo sacro. Perdona, e fa che io la sera non riconduca all'ovile un minor numero di pecore di quello che ne uscì al mattino. Per chiedere perdono a te, oggi ti offriamo focaccia, latte e frumento. Focaccia per te, o Palis. Latte per te, o Palis. Frumento per te, o Palis. Accetta questi frutti della tua terra e del nostro lavoro. Fai che il cacio mi porti denari e che la lana sia morbida e non offenda le delicate mani delle fanciulle. Siano ascoltate le nostre preghiere e noi faremo ogni anno libagioni maggiori a Palis, nostra dea. При этом произносили молитву о неспослании благословения на скот, стойло и дом, о прощении грехов, об избавлении от мора и болезней, об изобилии травы, корма, чистой воды и так далее. Молитву пастух должен был произнести 4 раза, обратившись к Палис, затем выпить смеси из молока и свежего муста и, наконец, перепрыгнуть через кучу зажженной соломы. В этот день нельзя было приносить кровавых жертв. Вместо этого жгли приготовленную весталками смесь из крови октябрьского коня, которого закалывали в честь Марса, октябрьские еды, из пепла сожженного в день родилиции 15 апреля, еще не родившегося теленка, и бобовой соломы. Этой смеси приписывали очистительное действие. Это был канал Партикула. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал.